Казахстанские врачи лично доставили костный мозг для операции в Центр материнства и детства. В связи с пандемией поставки донорского органа задерживались, а на кону была жизнь ребенка с онкологией. Тогда врачи самостоятельно выехали на границу, чтобы встретить ценный груз. К счастью, операция прошла успешно, и медики ждут приживления костного мозга. На это может уйти месяц. Пришлось нам организовывать очень такую сложную цепочку, когда курьер доставлял до границы Омской области, а наши врачи самостоятельно выехали и забрали на границе костный мозг, привезли сюда автотранспортом. Но, к счастью, все прошло хорошо. Ребенок перенес трансплантацию. От стопроцентного донора на сегодняшний день мы ждем приживления костного мозга.